trick is not to hold on, your wits to let go. That it is to move on, every day improve on. Beat your goals and keep on. Привет, 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 песеры, с вами Морж. 10 июня у нас на календаре, понедельник, начало новой рабочей недели тем, кто работает, да. Ну и начало никакой недели тем, кто на каникулах. В общем, этих ребят я поздравляю. Ну а студенты, конечно же, сдают сессию. А у нас, хотелось бы сказать, что новые эпики нет, у нас повтор эпиков Барселоны сегодня, но при всех раскладах, ребят, это один из самых сильных паков, которые были у нас в принципе. Чуть позже объясню почему. Значит, по соревнованиям добавили нам национальные команды, собственно, в ПВЕ и, конечно же, национальные команды в ПВП. Больше ивентов у нас не присутствует сегодня. Поэтому проходим, собираем награды, проходим быстро и дальше наслаждаемся тем режимом, который вам нравится. Значится, пак в принципе, кроме вот этих трех товарищей эпичных, особо выделить некого, если честно. То есть, ну такое, ну Де Пауль там типа неплохой, ну Мартинес может пригодиться для тех, кто собирает Барселону. Вроде Пареха, ничего такой, но зацепиться глазу особо не за что. А вот эпики представляют у меня самый яркий интерес. Само собой, это все за деньги, само собой, это все за донат, но если вы их можете себе позволить, я уверен, они вас не разочаруют. Если тебе нужно пополнить монеточки на мобилку, то ссылка в описании и закрепленном комментарии, моя личка в Телеграме, я тебе могу с этим помочь. Там же чатик и там же моя новостная группа, если ты хочешь быть в курсе того, что в ПЕСе происходит. А почему же эти эпики так хороши, ребят? Ну, я вам рассказывал, что иногда у нас изначально игрокам планируются немножко не те позиции, с которыми они выходят в итоге в релиз. И здесь с двумя игроками так и получается. Потому что Эдмилсона 100% изначально планировали центральным защитником. На максимальной прокачке при максимальном тренере он имеет рейтинг 101 как опорник. Вот. Но при этом, если качать его под центрального защитника, на котором, к сожалению, стиль работать не будет, он будет номинально 104-м центральным защитником. Да, в игре показываться не будет, но статы там просто бомбезные. Вот. При этом у него стабильная физическая форма, при этом у него большое количество защитных навыков, что, естественно, ему поможет. Ну, а честно вам скажу, для центрального защитника, мне кажется, стиль не то, чтобы сильно важная вещь. По крайней мере, вот с атакующими игроками там прям чувствуется, что стиль очень сильно решает. С защитными игроками такого не происходит. Но и как опорник, как якорь, он тоже будет очень даже хорош. Это он, один из лучших нападающих нашей игры, потрясающая карточка. На максимальной прокачке он 103. Естественно, стиль охотник за голами, стабильная физформа замечательна. Навыков достаточно большое количество, финтами не перегружен, вот, ну, единственное здесь, конечно, штатный пенальтист, который я не очень сильно люблю, при этом ЭТО крайне быстрый, с крутым умением атаковать, в общем, все супер, ну, и Деку, и тут такой смотришь, ну, блин, он же не может быть лучше Иньесты, а оказывается, может, опять же, его планировали, и до этого у нас был как атакующий полузащитник, стиль дирижер, да, на АПЗ работать не будет, к сожалению, но при этом он на максимальной прокачке при максимальном тренере 102, как центральный полузащитник, защитник, а вот если его качать под АПЗ, он 106-й. 100 нахрен 6-й. То есть, типа, на уровне Месси. Ну, это полный перебор. Это полный перебор, тем не менее, Konami любит Барселону и вот такую карточку выпускает. Стабильная физформа замечательна. При этом абсолютно не перегружен финтами. То есть марселька, проброс между ног со сворота. Остальное тут и дальние удары, и пасики, и вообще все у него с навыками хорошо. Короче, все три игрока представляют очень даже живой интерес. Все три крутые, так что советую вам этот пак открывать. Я, как обычно, открою 50 паков, посмотрим, что на выпадает. 5 по 1, потом 10, потом 5 по 1. В общем, все по стандарту. Надеюсь хотя бы на одного, да, лучше бы, чтобы парочку футболистов мне отсюда выпало. По поводу там, типа, мне многие писали, что ЭТО лучший нападающий нашей игры. Ребят, я честно вам скажу, лично мое мнение, тут каждый должен немножечко подобрать под себя. У нас есть условно 10 нападающих, которые мега крутые. Вот. И кому-то чуть больше зайдет Шевченко, мне чуть больше заходят Румениги. Есть у нас еще и нападающие серии Лиао, который, да, который изначально не центральный нападающий, или Мбаппе, который от сборной Франции, и он левый полузащитник, и тоже они великолепно становятся на ЦН. То есть, это вот в десятку топов он входит. Дальше уже каждый немножечко должен по своим предпочтениям забивать, собственно, свой состав. Но поэтому я могу сказать, что, конечно же,
Величайшие просто скорости ускорения, скорость 98 на максимальной прокачке, ускорение 101, то есть рывок у него просто потрясающий, при этом умение атаковать и реализация по 95, что как бы дохрена, вот, но еще и дриблинг 88 ему нарисовали, то есть... Центральный нападающий с дриблой – это у нас не такое уж частое явление. Так, здесь у меня полетела десяточка, и здесь, к сожалению, даже специального игрока не будет. Что ж, Канаби пока мне что-то давать не особо что-то хочет. Ну ладно, 35 попыток у меня еще остается, в принципе, достаточно много. В четверг, кстати, у нас глобальное обновление до следующей версии игры, то есть явно обновятся базы данных. Я думаю, вы в базе данных видели, что у нас там... Так, вот здесь нет, стадион не горит радужным, тут, к сожалению, ничего не будет. Так вот, вы, я думаю, видели в базе данных, что у нас появились карточки Месси и Гризмана от своих сборных, и я думаю, вот в этом глобальном обновлении у нас выйдут команды по 1500 золота, может быть, в Канаме сделают их по 2000 золота, то есть как у нас были, типа, сборная с одним усиленным игроком. Ну, точнее, все усиленные игроки, да, будут в паке, но один в качестве бигтайма. Почему-то мне кажется, что будет именно такой вариант, поэтому впереди у нас игры с сборных, это логично. Логично, что эти карточки появились немножечко заранее. Я думаю, их на данный момент балансируют. В общем, будем посмотреть и будем ждать эти паки. Само собой, под обновление кого-нибудь еще нового завезут. Ну как нового? Возможно, нового из старых, назовем это так, да? Из тех эпиков, которые у нас уже есть. Просто могут представить его либо от другого клуба, либо представить скорее даже от сборной. Следующая десятка у меня полетела. К сожалению, здесь ничего мне не выпадает. И попыток у меня остается все меньше и меньше. Всего лишь 20 игроков мне еще осталось открыть. Вот, и пока что-то вообще ничего мне не выдает. Это плохо. С другой стороны, ребята сегодня уже утром закидывали, потом монеты закидывали, делились своим уловом и... Ну, достаточно большое количество людей, там, типа, за 30-40 попыток ловили парочку. Это очень даже круто, я их поздравляю с этим уловом, но вот мне пока чего-то не везет. Надеюсь, что я все невезение аккумулирую на себе, другим ребятам фартыть, так сказать, больше, чем мне. Вот, я в конце концов, ну, если будет надо, я и весь пак открою. В принципе, проблема небольшая. Арауха мне выпадает, вот такой вот арауха, не барселоновский. Какая-то другая арауха. Вот так вот. Так, 15 игроков остается, да, но сейчас вот один скручивается, и 15 игроков остается. И Канаме что-то радовать меня совершенно не хочет. Обидненько Канаме. Давайте, ну вот, десяточка полетела. Ну, надеюсь, здесь. Нет, стадион горит синим, да, что-то радужного свечения я не вижу. Ну и да, там кто-то в белой форме. Естественно, это не форма Барселоны. Это Тьерри Каррейра мне выпадает. Не знаю даже, кто это. Спасибо, Канаме. Вот так вот я вас хвалю, говорю, пак топовый, все дела. Так, тут, наверное, спецкарточка будет, да? Просто зеленым и все. Да, Симон мне выпадает, к сожалению, просто спецкарточка. Паков все меньше, настроение все меньше. А игроки, блин, действительно стоящие. Ой, судя по всему, потом придется докидывать монеток и открывать весь пак. Ну, а шо уже? Если за 50 ничего не поймать, так, то... Нет, все-таки, первый эпик мне выпадает. Ну и, в принципе, у меня есть еще и шансы, что выпадет еще кто-нибудь. Это 9-й номер, и это Самуэль ЭТО. В принципе, можно подумать про обзор на него. По-моему, обзор на него я не писал, но уже многие им наигрывали. Реально, машина для убийства. Отличный центральный нападающий, который великолепно вам, ваш состав станет и будет вас радовать. Так, с ЭТО хорошо. Две попытки остается. Ну, а вдруг мне Канаме сегодня не даст. Сейчас еще одна попыточка. И тут, судя по всему, ничего. Ну да ладно, Довбик мне выпадает. Что ж, стандартный Покопанин, да? 50 игроков, один эпик. Пиши, открывал, не открывал, с удовольствием тебя поздравлю с хорошим уловом, либо посочувствую, если улов, к сожалению, плохой. У меня он типа средний. На этом, ребят, прощаюсь, с вами был Борщ, до новых встреч, пока.